Хто Бог вільний, яко Бог наш. Добігає кінця жовтень, і в останній жовтневий день Православна Церква наша здійснює пам'ять святого апостола-євангеліста Луки. Чотири апостола-євангеліста, чотири чоловіка, які написали вічні святі глаголи, святе Євангеліє, в якому розкривається життя Господа нашого Ісуса Христа. І скоро ми будемо праздновати і святкувати пам'ять святого апостола-євангеліста Луки. Чем характерна и отличительна его жизнь от других апостолов, будьте добры. Совсем недавно мы отмечали День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Теперь вот мы скоро будем отмечать память апостола и евангелиста Луки, который тоже написал Евангелие, рассказал о жизни и трудах Господа нашего Иисуса Христа. Какая особенность его Евангелия? Особенность заключается в том, что Лука изображает в своем Евангелии Спасителя как Агнца, который берет на себя грехи всего мира. Он был родом из Антиохии Сирийской. Когда пришел в Иерусалим, он услышал слова Спасителя о жизни вечной, и проповедь Спасителя лягла на его сердце, как бы на добрую почву, и принесла плоды очень большие. И мы сегодня благодарны таким людям, как апостол Лука, Иоанн, Матфей, Марк, потому что благодаря им мы очень много знаем о жизни, трудах и о тех чудесах, которые совершил Господь наш Иисус Христос. Он был из числа 70 учеников Спасителя. Господь первоначально избрал 12 ближайших учеников и послал их на проповедь в разные места, потому что Спаситель не мог обойти все города и села со своей проповедью. И вот он знал, что уже приближается время его страданий. Он избирает других 70 учеников, в числе которых и был апостол Лука, и также отправляет их на проповедь по два, чтобы они свидетельствовали людям о приближении Царства Небесного. И вот он дал им очень замечательные наставления, послал их по два и сказал, чтобы они шли и проповедовали людям тайны Царства Небесного, и в который дом они войдут, чтобы они там оставались. И те, которые примут его, то мир почиет на этом доме. А кто отвергнет их, то скажите им, что прах от ног наших оставляется как бы для вас, но чтобы вы знали, что и к вам приблизилось Царство Небесное. Всякий, отвергающий вас, Христос говорил ученикам, отвергает и меня, а отвергающий меня отвергает пославшего меня Отца. И отраднее будет Содом и Гоморре в день суда, нежели тем людям, которые отвергают вас, отвергают Слово Божие. И вы знаете, совсем недавно Господь сподобил меня посетить город Капернаум. И там
одни развалины, только храм стоит в честь 12 апостолов. В наше время посещают разные скорби каждую семью, каждого человека. Но мы не хотим меняться, не хотим исправляться, не хотим молиться, просить у Бога прощения о своих грехах. Мы как привыкли жить, так и живем. И говорим, что Бог у нас в душе, Бог у нас в сердце. А исправлять свою жизнь не хотим. И Господь, обличая города, в частности Капернаум, Он говорит, что горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, как бы обличая другие города, и в частности Капернаум, что до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, что отраднее будет вот этим городам, которые Господь в Ветхом Завете еще погубил, что на суде им будет радостнее, нежели людям, которые жили в Капернауме. Потому что в Капернауме Господь провел очень много времени, и люди не захотели исправить свою жизнь. Поэтому, как бы Слово Божие и свидетельствует, чтобы и мы не только слушали, читали, изучали Слово Божие, но старались и жить по Священному Писанию. И вот Евангелист Лука изображает Спасителя, как бы называет его добрым пастырем, который берет на себя грехи всего мира. И вот очень у него такие возвышенные рассказы. Иногда люди, прожив всю жизнь безбожно, можно сказать, они иногда отчаиваются. Но Евангелист Лука как бы приводит очень много примеров, где Господь рассказывал, что всякий человек имеет надежду на спасение. Он рассказывал притчу о блудном сыне, когда отец, имея два сына, отдал другому его часть имения, который измотал все, который прожил блудно и остался ни с чем. И он рад был покушать рожков, которые ели свиньи, но никто ему не давал. И вот когда он вернулся к отцу, то отец принял его с радостью. Вот так же и Евангелист Лука показывает, что и Отец наш Небесный, если мы покаемся в своих грехах, если мы исправимся, то Господь всегда с радостью принимает. Вот очень замечательно в его Евангелии притча о потерянной драхме. Когда человек находит ее, он зовет своих знакомых друзей и говорит, что порадуйтесь со мной, потому что я потерял и нашел эту драхму. И также замечательная притча о потерянной овце, когда один пастух заметил, что пропала одна овца. И вот она оставляет 99, идет и ищет ее. И когда находит, то он говорит, что порадуйтесь со мной, потому что я нашел потерянную овцу. И Лука также говорит, что на небе больше радости об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках. Поэтому, дорогие братья и сестры, если кто-то из нас тоже впадает в какие-то грехи, дай Бог, чтобы и мы раскаялись и исправили свою жизнь, пришли в храм Божий и жили по Слову Божьему. Потому что если мы отвергаем Слово Божье, если мы отвергаем священников, пророков, которые Господь посылает, то мы и отвергаем пославшего их. Поэтому, вспоминая житие апостола-евангелиста Луки,
Дай Бог, чтобы и мы помнили слова Священного Писания, потому что очень нравится как бы наставление Спасителя, когда Он говорил 70 апостолам, что когда вот они вернулись после проповеди, то они начали рассказывать о тех чудесах, которые совершал Господь их руками. И Христос, обращаясь к апостолам, сказал, что не радуйтесь, что бесы повинуются вам, потому что они начали как бы с радостью говорить, что Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. А Он говорит, что не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Потому что я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и на скорпиону, и на всю силу вражью, и ничего же вам не вредит. Поэтому и вот эта практика идет с апостольских времен, когда мы пишем записочки, подаем во святой алтарь, когда молимся друг за друга, и мы как бы с верою, с надеждой, что и наши имена будут написаны на небесах. И хочется еще сказать, что апостол Лука очень много потрудился для проповеди Слова Божия. Он не мог вместить в себе той радости, которую дала ему благодать Божия, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет. Он с проповедью проходил разные города и села. Он побывал и в Греции, и в Италии, и в Ливии он бывал, и в Египте побывал, но на старость вернулся в Грецию и там принял мученическую кончину за Христа. И во второй половине IV века сын Константина Великого, Констанций, перенес мощи апостола Луки в Константинополь, и там с честью перезахоронили именно в храме под престолом. Поэтому в эти дни мы вспоминаем его жизнь. Дай Бог, чтобы его молитвами Господь укрепил нашу веру и помог нам грешным на пути нашего спасения.